Сегодня была очень боевая игра. В команде вообще никаких претензий не может быть. Все бились. Поле сложное, погода тоже. Соперник с Кавказа, всегда сложные игры. Тренер похвалил, то есть никому претензий нет. Все бились до конца. Так получилось, что свели матч ничью. Были моменты и забить, и выиграть. Как считаешь, это все-таки потерянные 2 очка или приобретенные? Естественно, потерянные, потому что мы на каждую игру выходим, чтобы победить. Задача быть в призах, так что это потеря очков.